Друзья, всем привет! Если вы меня слышите, но пока еще не чувствуете, значит вы на Ивлев Шеф Channel. Наступает зима на пятки, скоро настанет Новый год, а пока надо поднабраться жирку. По вашим, соответственно, пожеланиям готовлю вам свое видение ленивых голубцов. Читаю ваши комментарии и понимаю, что все-таки любите вы понажористее, побольше, да так, чтобы еще и хлебасиком там помакать. Почему ленивые? Ну, потому что классические голубцы там заворачиваются в капусту. Надо взять капусту, отделить листья, варить эту капусту, потом все это замешивать. Потом, соответственно, все это заливать и тушить, томить. Мы этим самым хотим сократить типа все время, правильно? Потому что сейчас самое дорогое это что? Бабло. Бабло побеждает зло. Замешивается, как правило, все в один флакон. Сервируем, гарнируем, отдаем. Все почти то же самое, за исключением нескольких, как всегда, шефских, правильных, профессиональных взглядов. Фарш, видите, какой красивый, мне так понравился. Свинина с говядиной. Рис надо слегка приварить. В данном случае я взял рис под названием Кубань. Есть такой рис, я еще его с детства помню, он всегда такой разваривается, липкий. Помните, я харчо готовил? Вот там вот специально клейковина такая. Вот здесь вот то же самое. Не стал его сильно разваривать, потому что он все-таки будет томиться потом внутри ленивых голубцов. Поэтому до полуготовности. Фарш, капуста, яйцо, ну все вы знаете. За исключением. Ленивые голубцы, как правило, разведенные томат пастой заливались, либо сметаной с мукой. Мы пойдем, опять же, по-современному. Мы берем итальянские томаты, пилати, они же пронто. Ну, это просто помидоры в собственном соку. Творожный сыр. Мы же любим понажористе, чтобы, если что, прям хлебасиком, опять же, там помакать. В первую очередь беру капусту. Капуста, видите, уже не молодая, достаточно очень серьезная, такая прям ух. Надо капусту нарезать и слегка проварить. Конечно, лучше всего мелким кубиком, потому что фарш все-таки перемолон, рис тоже не крупный, и если она будет очень сильно выделяться, ну, это не очень некрасиво перед товарищами, вы же понимаете, да? Чего в капусте выпендриваться? Тем более, сиськи уже доказаны, что от капусты не растут. Ленивые голубцы люблю как в холодном состоянии, так же, как и в горячем. Тем еще хороший рецепт, он не требует уже никакого гарнира. Если вы сделали ленивые голубцы, вам остается просто-напросто либо насладиться соусом, в котором они делаются, либо подать со сметаной, потому что все-таки это фарш, это рис, это уже достаточно так нажористо. Слегка все-таки подсолить воду, буквально в течение около 5 минут. Быстренько все это дело варим. У нас основа это мясо. Не должно преобладать чего-то больше, кроме фарша. Фарша, конечно, должно быть больше всех. Добавить соль. Я люблю достаточно так вот обильно. Не стесняться, когда добавляем перцы. Яйки. Ну, на эту массу, я думаю, что 2 штуки будет достаточно. И чтобы было вкуснее и ароматного, мы будем добавлять масло Борхес. Кстати, оливковое масло Борхес делается в Испании из настоящих средиземноморских оливок. Оливковое масло Борхес Классик менее насыщенное, чем оливковое масло Экстра Вёрджин. Поэтому как раз для тушения, жарки и запекания самое оно. Соус делается очень быстро. Заливаю протертые томаты. По какой-то причине у вас нету протертых помидоров где-нибудь там в поселке городского типа, либо еще где-то. Не страшно. Можете взять свежие помидоры. Нет свежих помидоров, фига ли с ними. Возьмите томат-пасту. Если у вас нету творожного мягкого сыра, дам очень крутой шефский лайфхак, который мне сейчас пришел в голову. Если вдруг по какой-то причине вы не найдете у себя все-таки в поселке городского типа творожный сыр, или сливочный сыр, я бы, знаете, что бы еще добавил бы сюда? Копченого сыра. Я здесь недавно в магазине покупал. Сказка вообще. Возьму-ка я воды еще, потому что соуса должно быть много. Добавьте соли, добавьте перца, добавьте оливкового масла. Вы же помните, да, русскую народную поговорку? Кашу маслом не испортишь. Так вот, в Испании почти такая же поговорка. Все не испортишь оливковым маслом. Игрушка для взрослых. Самое серьезное, чтобы вы понимали. И теперь все пробиваем до отлично однородной массы. Помните, я вас как-то учил делать перцы? Фаршированные, томленные. Ну, вот почти те же яйца, только в профиль. Соус готов. Самое главное, не переварить, потому что если перевариваем капусту, она становится невкусная, и, как мы, повара, говорим, вкус мыла. Поэтому капуста должна однозначно слегка похрустывать, легкой такой альденте, для того, чтобы осталась как текстура капусты, так же, как и вкус. Протомили в течение 5 минут, берем, откидываем на сито. Для того, чтобы быстрее остыло, берем
и промываем под холодной водой. Даем слегка, само собой, стечь. Оливковым маслом поливаем форму для запекания. Теперь берем и смело сюда отправляем капусту. Если даже слегка осталось немножко влаги, переживать не надо. Вся эта масса у нас с вами будет запекаться. Лишняя жидкость для таких вот котлет, для тефтель, для фрикаделек, для ленивых голубцов – это всегда очень неплохо. Начинаем все это очень хорошо перемешивать, дабы у нас с вами получилась однородная масса. Очень важно это специи. Кстати, если кто-то любит из вас, обзовем так, нетрадиционные вкусы, конечно же, можно сюда добавить и итальянские травы, и кавказские травы, и прованские травы, и кумин, и зира. Знаете, вот ленивые голубцы в этом плане настолько универсальное блюдо. Любые специи вы можете сюда добавить, и они будут очень даже хороши. Профессиональные повара никогда не едят фарш. Мы просто берем и слегка пробуем на язык, соленое или не соленое. И независимо от того, что мы готовим, рыбий фарш, либо мясной фарш, смотрите на фарш. Текстура мягкая, воздушная, слегка маслянистая. Хочется есть прямо сейчас. Капуста, рис, все видно, но мясо, само собой, здесь больше. Включаю теплую воду. Помните, когда я котлеты учил вас делать, чтобы фарш не прилипал к рукам, когда вы замешиваете, то лучше всего открыть теплую воду. Вот этот палец является индикатором толщины. Не надо делать слишком большие. Только фарш начал прилипать к рукам, опять в теплую воду. Большое количество времени у меня ушло для того, чтобы это научиться. Научился я раскидывать котлеты в далеком 1990 году, когда я пришел работать в кафе «Детское парка культуры Сокольники». И у нас там была кулинария. И, как я уже рассказывал, пьяные повара-заготовщики. Понятно, что я был солобоном, поэтому всю работу я, как правило, выполнял за них. И в день крутил по 1500-2000, представляете, котлет. Опа! Америка, Европа! Могете так? А вот если будете подписываться на Ивлев Шеф Channel, ставить колокольчик, ну и, конечно, рекомендовать друзьям, то вы станете просто кулинарными ковбоями. Коктейль не Молотова, не Исаева, а коктейль Ивлева. Как я уже говорил, чем больше соуса, а соус у нас получается сырный, тем лучше. Оставлю небольшое количество вот этих, скажем так, хохолков, холмов, потому что хочется, чтобы они немножко прижарились, пришкварились. Мы готовим не бисквит, поэтому нифига туда пальцы сувать, ну или зубочистки. Все очень просто, как попка вашей девушки. Мясо, когда сырое, мягкое, когда мясо уже готовится, это белок, оно твердеет. Ну-ка быстренько всем проверить попки своих девушек. Ставим, значит, в классическую духовку при 180 градусов на 30-35 минут. И да будет счастье! Очень скоро. Че над печенью-то издеваться? Еще Новый год впереди. Поэтому печень давайте оставим на Новый год. Не будем очень сильно поджаривать до прям такого цыганского колера. Вот это я понимаю. Вот это произведение искусства. Вот это да! Традиция русо-туриста облика морали. Посыпать это все свежей зеленью. Лучше всего, конечно, использовать петросян. Вот так вот все в народ. Для блеска глаз, конечно же, небольшим количеством еще оливкового масла. Все очень просто. Теперь запасаемся большим количеством мягкого хлеба. Можете использовать, конечно, французский багет, либо итальянскую чиабатту, либо просто какой-нибудь подовый нашу буханочку, дабы потом вот это все хлебасиком и подъедать. Приятного аппетита и до новых вкусных встреч на Ивлев Шеф Channel. Пока-пока!